Привет, друзья, с вами я, Ольга Архипова. Сегодня мы приехали в поселок Веселое и идем на язык тролля. Вот наша группа впереди с экскурсоводом, и я иду следом. Посмотрите, какие здесь красоты, виноградников сколько, много. Рядом море, вот такая красота. И вот как раз самый вот на голове рог, да, это пик Космос. Вот отсюда он хорошо видно. Да, да. Вот наш экскурсовод рассказывает, что здесь находится. Мы сделали небольшую санитарную остановку. Смотрите, дорогие друзья, это Веселовская бухта. Там мы видим вдали на горизонте гора Караулаба. И вот такое красивое море Веселовской бухты. После санитарной остановки мы продолжаем дальше путь. По нашему маршруту растет полынь. Посмотрите, полынь таврическая. Какой запах вам не передать. Здесь мы видим дерево, которое называется «Держи дерево». Посмотрите, экскурсовод нам рассказал, что это Иисусино дерево. Здесь растет дуб зимний, так же, как и в Новом Свете. Посмотрите, он не сбрасывает свою листву до появления новых листочков. А вот здесь на пути нам встретилась сосна судакская или Санкевича. Видите, те же деревья, что и в Новом Свете, растут в Веселом. Наш путь лежит дальше вперед. Вот я сейчас спешу за нашей группой. Они уже отошли от меня, пока я снимала вам деревья. Вот такие красоты открываются, посмотрите. Посмотрите, какой простор, сколько виноградников. Горы, окружающие виноградники. И рядом море. Чем выше мы поднимаемся, тем лучше открываются виды на Кутлакскую долину, Веселовскую бухту. Раньше поселок Веселый назывался Кутлак. Можжевельник колючий, посмотрите, как рассказал нам экскурсовод, лечит мениск. Мы все выше и выше поднимаемся с нашей группой и видим все деревья, которые растут в Новом Свете. И можжевельник древовидный, и сосна судакская Станкевича. А там вдали мы видим виноградники и горы, окружающие виноград. И рядом море. Какой простор, какая красота. Там внизу маленький пляж, на него можно добраться только на катере. В этом месте хорошо ловится пеленгас. Да, путь у нас не короткий, а длинный. Мы все выше и выше поднимаемся. Вот такие виды открываются. Еще раз вам показываю. Виноградники внизу, горы, можжевельники, сосна судакская. Держи дерево. Смотрите, отсюда мы видим Медведь-гору там на горизонте. Демирджи. Наша группа движется дальше.
Я иду следом. Смотрите, а здесь мы видим, какие интересные скалы расслаиваются, как слоистый пирог. Вот такие виды открываются. Мы все еще продолжаем свой путь. Друзья, хоть и не легкий путь, но очень интересный. Мне нравится. Цикады поют, свежий воздух. И мы идем своей командой на знаменитый язык тролля, который находится не только в Норвегии, но и в Крыму, в Судакском регионе. Кто хочет посетить этот маршрут, экскурсия на язык тролля, записывайтесь у нашего турагентства. Лев Архипов. Ведет его сам директор турагентства Лев. Телефон будет указан в описании. Здесь растет скумпия, кожевенное дерево. Посмотрите. Мы поднимались вверх, теперь тут небольшой спуск. И снова мы будем подниматься вверх. О, там моя группа. И снова, смотрите, мы снова видим здесь эти скалы, как слоистый пирог. Здесь мы увидели паутинку на можжевельнике колючем. Здесь открывается вид на поселок Морское. Посмотрите, как блестит море, потому что солнце сейчас в зените. Смотрите, друзья, там я вижу такое острое очертание горы, похоже на язык тролля. Но это еще не язык тролля. К основному языку тролля мы еще пойдем. Ну вот, друзья, мы с вами пришли на знаменитый язык тролля, Крым, Судакский регион. Посмотрите. Сейчас мы будем производить фотосессию. Посмотрите, как девушка встала. Красота. Вот здесь перед нами открывается поселок Морское. Посмотрите. Какая красота, какой простор. Там вдали мы видим гора Аюдах, Демирджи. Посмотрите. И поселок Морское со своими пляжами. Ура, мы дошли до этого языка тролля и делаем фотосессии. Ну вот, господа, посмотрите, вот эта девушка стоит не где-нибудь, а на языке тролля. И сама, в ее 16-летие она здесь, язык тролля. Вот так, уважаемые дамы и господа. Ну все, Ольга Витальевна, давайте. Ну вот, чтобы вам было понятно, она с какой высотой Ольга Витальевна была. Вот посмотрите, высота здесь очень и очень приятна. То есть вот такая высота. Вот Морское. Смотрите, я здесь снова увидела паутинку. Да не надо, Ольга Витальевна, там обрыв. Не-не, я не наступаю.
Вот, дорогие наши зрители, наш путь длился 2 часа. Мы начали нашу поездку из Нового Света в 16 часов, а к языку троллю мы пришли в 18 часов. Еще наши участники группы продолжают фотографироваться на языке тролля. Побыв на языке тролля, мы возвращаемся обратно. Экскурсовод нам рассказал, как при спуске ставить ногу. Здесь нам экскурсовод показал исландский мох. Посмотрите, вот он как на ветках растет. Видите? Его можно заваривать и пить от коронавируса. Вот такое мы сооружение увидели из камушков. Посмотрите. Хочу поймать солнышко между слоями этих камушков. Не знаю, получилось у меня или нет. Посмотрите, какое интересное море. Море в полосочку. Видите? Вот такое природное явление. А сейчас я увидела красивый вид, который можно снять через веточки сосны Судакской на гору Караулаба и Кутлакскую бухту, Веселовскую бухту. Мы с легкой душой возвращаемся обратно. То, что мы увидели, это вам не передавать словами. Это нужно увидеть. Какая красота, чистый воздух. Язык тролля мы сегодня увидели с нашей небольшой группой. Друзья, не забываем подписываться на наш канал в Яндекс.Дзене, на Рутубе, на Ютубе, ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте, записывайтесь на наши экскурсии. До новых встреч, друзья! С вами была Ольга Архипова.